вот он идет, красавчик, с нашими визами. Только что по номеру, ну так, чтобы скучно не было, пробежала крыса. Ну так, чтобы меня порадовать. А вот и мой вокзальчик, с которого завтра на поезде я поеду в сторону Муйне. Короче, как в страшных фильмах, вагон, короче, вьетнамский поезд. Купе, все обито вообще деревом. На столе для пассажиров свежая пресса. Можно, в принципе, узнать все новости. Надо обязательно загуглить. Но по ходу железные дороги во Вьетнаме строили мы. Потому что несешься, стыки, все гремит, все шатается, и поезд вот-вот перевернется, блядь. А-ля Сибири. Если по-быстрому, то есть и тайские прелести. Опа! Короче, горячая холодная вода. Потом самое важное. Почему я в пуховике? Кондиционер жарит так, что в этом помещении просто минус 10, блядь.